анонс и точная дата выхода третьей серии нового турецкого сериала «Легенда». Третья серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в руках у Акыс оказался сундук с преданным невесты. Альпагу хан попросил руку дочери своего брата, Бальмира для сына. Акыс стала интересоваться у девушек, кто этот сын. Они рассказали про неполноценного Тегина, у которого не работают ни руки, ни ноги. Акыс поняла, что они говорят про Батугу. Когда Сырма увидела войско Альпуги, то очень испугалась. Акыс решила, что если небесные сами пришли к ногам гор, тогда лапа двуглавого волка отберет жизнь Альпаги хана. В пути войско Альпаги нашли своих же воинов, которые попали в ловушку двуглавого волка. На Альпагу было совершено нападение, и Акыс выпустила в него свои стрелы. Батуга увидела вдалеке Акыс и вспомнила ее. Акыс была схвачена, но она вспоминает, как ее учили быть самой собой. Если понадобится, то нужно будет умереть с честью и мечом в руке. Сырма очень огорчена, что им, Яманам и Акыс не удалось спасти пленных. Но теперь Ямана нет больше с ними, а они сами оказались в плену. Когда Акыс встретилась с Батугой, то сказала ему, что могло все быть иначе. Если бы у него был ум, то стал бы он ханом, Тегином гор, и она бы не осталась в плену в этом дворце. Напомним, третья серия сериала выйдет в эфир 7 декабря. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.